Ставрополе расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении кражи и незаконном хранении наркотиков. Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка установили, что один из злоумышленников подбирал подходящие для реализации автомобили и похищал их, а второй участник подыскивал места сбыта, пункты приема металлолома, либо потенциальных покупателей. В результате оперативной разработки полицейские задержали подозреваемых. У одного из них в ходе личного досмотра обнаружено наркотическое синтетическое средство. В ходе следствия установлена причастность задержанных к совершению 4 краж газели и 1 легкового автомобиля. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 3 миллионов рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых и установление дополнительных эпизодов.